мене поліція міста Бориспіля потрапила в відповідь. Перетнули дві суцільні лінії тільки що. Перед нами прямо. Лучше я вернусь, наверное. А? Я говорю, лучше я вернусь. Вышел за продуктами. Что случилось? За продуктами? Да. Что случилось? Ну, эти же перед нами ехали, пролетело 27 линии. Я только что еще никуда не ехал, я вообще за продуктами остановился. Ну, так правильно, вы двойную сплошную перетнули и повернули сюда. Ну, хорошо, давайте, если я что-то сделал не так в Борисполе, то давайте оформим. Видео можно подавить? Сначала. Показываем видео. Чтобы людина не сомневалась. Как я могу до вас вертаться? Ну, можете ко мне водитель звертатись. Водитель? Да. И меня по батьку. Давайте до этого дойдем поэтапно. Пожалуйста. Мне просто, чтобы вам как-то спокойно было проще. Да. А как вас зовут? Инспектор патрульной полиции Мита Борисполя, Витвитки Евгений Анатольевич. Евгений Анатольевич? Я просто не понимаю, в рамках чего. А? Я не понимаю, в рамках чего мы с вами рассматриваем административное дело, если вы меня даже не остановили. Ну, дивіться, мы ехали за вами тільки, що ви перетнули по дві суцільні лінію. І ми відразу відреагували, достали за вами. Можем показати вам відео. Ну давайте. Так, чекайте. Что, не получается, что? Зараз почитаю. Инспектор. Давайте я пока схожу, да? А вы найдете. Хорошо? Я уже. Уже нашли? Так. Не, почекайте, пустите на месте. Нет, так просто если это долго, я бы скупился. Не, уже все, уже. Или я все-таки, ну, задержусь, да? Этот автомобиль, а не мой. Там белая машина. Ну так вон она, белая машина. Opel. Ну она даже не так припаркованная. Так как не так? Так, это вообще не мой автомобиль. Я вам... Дивіться, я пропоную вам доказы, мы вас отдаем. Так это не доказы, это ничего не будет. Ну как, вы можете вернуться потом в управление патрульной полиции, мы с тобой рискали, и подивиться на большем экране, что... Так у меня с собой компьютер есть, можно подивиться. Там будет выдох? Конечно, а что нет? А что ж не будет? Будет? Сделать вид, что вы не видели, надо было сделать? Вы сказали? Не, я говорю, свитки стояли, но не хочет. А что? В смысле, если вы увидели, значит, ну, должны подтвердить.
А в чем проблема? Так что, у вас есть что-то фактическое или нет? Ну, она показала видео. Ну, то, что вы показали, это, ну, там не видно даже машины, не говоря уже о номере. Вы согласны? Тобто вы не згодність порушили. А должен был? Ну, я думаю, да, если так честно признаться, скажи, что вы нарушили. Хорошо, признайтесь честно, пожалуйста. Да. Вы взятки брали? Ні. Никогда? Ні. Ни разу? Ни разу. Ну, я вам не верю. А чего же вы не признаетесь, как мужчина? А я вам правду говорю. А вы работали в старом ГАИ? Нет. Вы новый полицейский? Да. И раньше в сфере МВД не работали? Нет, не работал. Ну ладно, тогда еще могу поверить, что вы не брали. Я вам правду. Но если вы новый... А вот вы, у вас, ну, как бы, вот, если вот так разговор не накал, ничего, вы просто не можете признаться, что вы сказали порушили. Смотрите, я вам так... Вы сами прекрасно знаете, где вы повернули и... Смотрите, я вам скажу так. Какие порушения вы сказали? Я вам скажу так, если бы все люди признавали свои нарушения, то полиция вообще не нужна была бы. Согласитесь, это человеческая природа. Любой человек отрицается. Ну, ваше отрицаете очевидно. Ну, так если я отрицаю очевидно, действуйте по закону. Ну так мы идем по закону. Хорошо, какие ваши дальнейшие действия? Ну, а я говорю, я вам не дам документы, потому что то, что вы показали, это Филькина грамота. Вы мне показали засвеченный экран, где ничего не видно. Почему на основании этого видео я вам что-то должен давать? Ну почему? Объясните мне. Если я должен давать на законных основаниях. В законных основаниях нет, значит нет. Все. В чем проблема? Смотрите, видео есть, на нем видно. Але справа в тому, що ну, через малий розмір екрана і... Давайте, через... у мене є комп'ютер. Ну це службовий. Та який це службовий? Це мій регістратор, який ви купили. Який він службовий? Ні, що, службовий. На службі, ви видали? Да. Ну що? Да, ну, якщо він службовий, ви мені скиньте ту частину, яка стосується мене. Мені ваша службова інформація не нужна. Мені нужна моя інформація обо мені. І все, ми посмотримо, які проблеми. Так что делать? Смотрим? У меня компьютер с собой. Я всегда для таких целей вожу. Или нет? Ну, если вы новая полиция, вы же должны как-то знать закон. Что надо делать в таких случаях? Водитель не согласен. Какие ваши дальнейшие действия? Что делаете обычно? Вы же не согласен, водитель. Все, ну ушел. Не дает документы. Что дальше? Куда спілкуватися з вами? Да. Так і що толку со мною спілкуватися? Я говорю, я ні я, корова не моя, ні я нікуди не їхав взагалі, і все. Я, в принципі, як тільки розмова з вами почалася, я, в принципі, це я ожидав. А обычно признають одразу нарушення і беруть на себе даже то, чого не совершали, да? Ні, та чого, ні. Ну а як обычно происходит? Ну а який нам смысл теж? Ну соточку беруть і все. Соточку. Двух соточка. Я не знаю, сколько Борис Полистит. Трьох соточка. Сколько? Окей, давайте для початку. Почнемо розклад. Ой, розклад. Род для справи. Розклад начнем. По-русски это называется. Дай мені планшетку. Не, планшетку. Вже потім дійдемо до спільного висновку. Да ми не можемо розглядати справу, якщо у нас немає фактичних даних. Ми розглянемо справу, я послухаю вас. Що мене слухати? Що я маю сказати? Я можу вам сказати, согласно 63 статті, відказуюсь давати будь-які покази. Все. Що мене слухати? На цьому зі мною спілкування закінчено. Які ваші дальнейші дії? Можете надати, будь ласка, для ваших документів? Ні, тому що даю їх на законному... Не можу. Ні, ну, не можу надати, тому що... Ну, тому що ви мене не останавливали. Як це зрозуміло? Ну, от так це, тому що ви мене не останавливали. Ми за вами їхали. То, що ви за мною могли кататися весь вечір і цілий день. Ну, так ви так само могли їхати цілий вечір, потім зупинитися десь дворі, сказати, що ви мене не зупиняли. Смотрите, в чому історія. Якщо б ви мене остановили, розговору не було, а так... А так, ну... Водій, дивіться, підозрюєтеся у тому, що ви перетнули подвійну суцільну лінію. Я не спорю. Я ж не міг за вами одразу проїхати через ці суцільні лінії, через весь поток, щоб одразу вас зупинити. Я не знаю, я не знаю, як. Я не буду вам підказувати, що робити. Ну, так мені не потрібно підказувати. Я вам не підказую. От я говорю, ні, не можу. Ви говорите, можете надати? Я говорю, ні, не можу надати. Документи не можете надати? Ні. Чому? Я вам об'яснив вже тільки що. Ну, чому? Ну, я же объяснил только что. Вот я сказал слово, почему. 63 статьи. Нет, это что касается показаний. По поводу документов. Вы говорили, можете надать? Я говорю, не могу надать.
Что дальше? Какие действия у нас? Почему он мог тогда быть? Ну, пояснил только что, вы прослушали. Что? Вы прослушали, я только что рассказал, почему. Я, кроме 63-й статьи Конституции, без ничего не хочу. Не суть. Ну, не суть. Вы говорите, надо это, я говорю, ну, дам. Какие дальнейшие почему? Действия? Ну, не важно причина вам, какая разница почему, там, не знаю, там, ну, не имеет значения. Какая процедура дальнейшая? В чем, ну, что хорошо, я вам скажу так, я скажу, я не вижу основания. Вы мне скажете, у меня есть основания, я скажу, а я не вижу. Вот мы с вами в спор вступили. Что дальше происходит? Я вас не могу. Не надо меня понимать, все просто. Сидит водитель, ему говорят, дай документы. Да, я понял это. В административном правопорушении. Правильно, супер. Я говорю, не согласен, не надам. Что дальше? Вас снимают? Слушайте, ну я не говорю, что... Я понял. Я понял. Вы говорите, вы подозреваетесь, я вам говорю, супер, отлично. Вы говорите, ну дайте документы, я говорю, не надам. Без объяснения причин. Я говорю, без объяснения причин. И какие дальнейшие ваши действия? Без объяснения причин? Да. Вот как, что вы делаете дальше обычно? Ну, вы здесь. Вы знаете, что делают дальше? Не знаю, честно. Ну, хочу понять, что делают дальше в таком случае? Аккуратненько. Только аккуратненько, думаю. Только аккуратненько. Я прошу. Аккуратненько? Да. Что делают дальше? Будет в этом сидеть. Дед, что вы хотите давать? Я хочу, чтобы, ну, вы поняли, что я вам денег не дам, и вы уехали, и я поехал. Это не ваши деньги, потом у меня что-то ваши деньги. Ну все, денег нет. У меня есть управление патрульной полиции, когда подкачем, надо по дороге 9 лет. И мне тоже денег не дам. Никто вас не просит, Игорь. Если деньги вы не хотите, я вам их не предлагал. Я хочу, чтобы вы предъявили ваши подписчики. А я хочу, чтобы вы на законных основаниях. Любые документы, которые подписывают вашу особу. Я вам с радостью его надам на законных основаниях. Я говорю, с радостью вам дам на законных основаниях. На законных основаниях? Я вам предоставил законные основания. Вот, вам они кажутся законными, а мне нет. Вот и все, вот тупик, и все, коллизия. Что делаем дальше? Давайте начнем одну справу. Видите, я распочну, а вы скажете свою сторону, если... А с кем вы начнете? Ну, а кто я? Ну так давайте дизайнер кто. Так вот для того, чтобы узнать, кто я такой, надо на законных основаниях это истребовать. Давайте подкладки, предъявить ваши подписчики водителя, або любые еще документы. Давайте так сделаем. Я пойду сейчас, скуплюсь продуктами, вы подумаете, что со мной делать, я приду и мы продолжим. Води, у меня немає часу, у меня работа. Да, действуйте, ну действуйте, что дальше? Ну вот не даю документы, что дальше? Почему вы не можете дать? Я вам объяснил, не будем возвращаться к этому. А? Не будем к этому вопросу возвращаться. Я объяснил почему. Выпустите машину. Давайте я прикрою, чтобы он ни вас, ни меня не задел, а потом вам открою. Что дальше? Так до вас можно звертати? Такой їздун собі, да, середненький. Водій. Як до вас можна звертати? Можна водій до мене звертати. Коли ви з'являєтесь, я не слухаю. Працівника поліції, надати документи. Я об'яснив би вже, тільки що. Що ви пояснили? Поясніть ще раз, будь ласка. Я пояснив, що я вважаю дану вимогу незаконною. І а чому незаконно? Якщо є відповідна стаття, яка дозволяє нам... Правильно. Якщо ви мене... Законом порядку. Якщо ви мене остановили. По факту ми її зупинили, просто ми скільки мали часу, так і відреагували, розумієте? Тому що у вас швидкість була більшою, ви їхали перед нами. Ви тільки повернули, ми повернулися за вами. Це все ваші слова, ви не змогли її предоставити. Ми вам надали відео, ви зі 32 статті, політика документів. Я маю право вимагати у вас документи, тому що мені є підозра і достатньо підстав вважати, що ви як водій, здійснили правопорушення. Хорошо. А саме порушення правил дорожнього руху. Ви не кричіть тільки. Я не кричу. Я вас слышав, я ж не кричу на вас. Ви перетнули подвійну частину лінії. Хорошо, не показувати водителю, що далі? Ну це є закон нашого. Ну я зрозумів, я все, хорошо. Не показують, що далі? А чому відмовляєтесь показувати? Ну я не буду повторяти, я 50 разів вже сказав, що робимо далі. Щоб ви все успіли і я все успів. Які наші дії? Все, вот не показывай. Вот не надал. Вот смотри, мы вошли. Это я понял, слышал. Ну, а почему вы отмовляетесь на это? Пояснил. Я вам не говорил этого. Я не знаю, что я от вас вымогаю. Я вам пояснил. Это цілком законна вимога. Мы вам надали видеодоказы с реєстратора, где є підозра, что у вас автомобиль с повинним порушенням. Я сказал вам, яке.
командир от 3 управления. Очень приятно. Лейтенант полиции Рыбанюк, метро Юрий. Вы продолжите. Еще раз. Вы продолжите. Не, ну вы же спілкуєтеся з інспектором. Я просто представився, як мене інспектор покликав на допомогу. Що делаем? Я не понял. Ну, ви можете собратися всім Борисполем вокруг мене. Що делаем? Покажи. А можна поки ви вот, да, машина моя тут, я ніколи не йду, я пойду скуплюсь. Ні, час немає, час у вас чекає. В смысле у вас нет? А ну, вы меня задерживаете? Не, что-то еще не задерживаете. Ну, так если я не задержу, я вас даже просто не прошу, я вас ставлю перед фактом. Пока вы тут будете кружиться всей толпой, всего Борисполя, я пойду и сделаю свои дела. А вы потом, когда я вернусь, делайте там, что хотите по закону. Вы же меня не задерживаете. Просто, ну, я же не могу сидеть тут вечно. Перед нами ехала данная. Да. Да не он нам пока пояснил эту историю. Мы все вам пояснили. Александр, а вам же инспектор попросил вас. Пожалуйста, зачекайте. Вы просите меня? Да, ну, я прошу вас, залишите. Я понял, я прошу. Что мы с вами скажем? Я вашу просьбу внимание принимаю. Но если можно, отойдите, я закрою. Добро, закрывайте. Слушайте, для машины. Да. Идите, пожалуйста, я бы с радостью это сделал. Да. Если бы были основания. Меня попросили, я говорю, товарищ, нет. И дальше предлагаю инспекторам действовать по инструкции. Так вам же запомнилось прошение. Я не против. Это версия инспекторов да полиции. Они вам сейчас... Вот давайте... Видео с регистратора... Вы друг другу давайте показания, мы а я не уйду. Показалось, что действительно есть машина. Не, ну я... На, подержи, может поснимать. Я в магазин иду. Давай, давай, Саша. Они не могут. Почему нужно разрез прав? Вина надо иду. Почему вы сначала этот, больше вы поссоритесь между собой, а потом, когда ко мне время я дойдет. Я вас конкретно запитываю, чего вы не надаете документы? Я объяснил им, я не могу всему Борисполю это объяснять. Ну согласитесь. Вы возьмите пояснение со своих инспекторов, пусть они вам расскажут, и тогда вступайте в диалог. Мы возвращаемся делать все по кругу. Ну правда. Я же не хамлю, не ору на вас. Объяснил одному, он ушел, второму ушел. Теперь вы приехали, вам, вы уйдете, кто-нибудь, девушка присоединится. И так всему Борисполю. Давайте я закончу свои дела, а вы пока... Я никуда не уйду, а вы пока пришите, давайте я приду. Давайте мы сейчас в процессе 5-10 минут. 5-10 вырешим на нас. Решайте, ребят. Я вернусь. Там мне как раз надо 5-10 минут. Александр. Давайте, подумайте, правда. Поліцейський рятунок номер 3, який поліції постійно Павла Бориса. Згідно пункту 2.1 водій по собі, який повинен мати документи, мені дається знати краще, ніж я. Відповідно пункту 2.4 також водій на законну вимогу поліцейського повинен проходити посвідчення водія, реєстраційні документи на даний транспортний засіб та поліцейські документи, власники на даний засіб. Це також статті 16 закону України про дорожній рух. Вам докази показали. Оце докази, ви заявляєте клопотання під час розгляду справи. Вам показують докази. Вам докази показали ще до початку розгляду справи. Дві документи інспектора підмогу 318 частини були пред'явив, не випускаючи його з руку. Тому я не знаю, чому ви так взяли? Ви що там були? Відео передивилися. Що? Що вам не показували документи? Ну що ви говорите? Ви можете бути досмотрені. Ну, ерунду чешеться. Ніхто ніякі документи не показував по одній простій причині. Тому що ніхто документи не просив. Інспектор підійшов до вас представити. Якби ви попросили документи, то... Ні, ну Алла Борисовна заявляє, що мені показали... Алла Борисовна трохи перепрошує. Алла Борисовна. Перепрошую, Алла Борисовна. Ну ви врете мені в лицо, а я должен мовчати. Ну я вам сделал замечание. Значит, вас неправильно просто зрозумів. Да я вас правильно зрозумів просто, а не вы меня неправильно. Давайте сделаем так. Или вы действуете дальше по процедуре, или я поеду. Если вы хотите, я сам буду брать идею, вы сломите мою личность. Так устраивает? Поехали. Ну, в рамках задержания. До этого момента ничего дальше происходить не будет.
если вам всем четверо непонятно, я вам это объясню, потому что я объяснил, почему я этого не буду делать. Каждому в Борисполе я это объяснять не буду. Поэтому или вы действуете дальше по процедуре, или я поехал. Но я вас не буду уговаривать, ребята. Правда? Это по процедуре. Давайте. Протокол задержания я не в райотдел. Нет, вы не можете. Или кручите меня здесь. Я не поеду просто так в райотдел без протокола. Как это вы мне просто так в райотдел? Я по факту задерживаю. Я вас заставляю. Вы меня задерживаете и складаете. Вы для чего? Для того, чтобы вы процедуру выучили до конца. Для того, чтобы вы ее знали. Они вчетвером звонили и не узнали, что делать. Для этого... Я не звоню, что делать. Да вы телефон получили, не знали. Я доповідаю начальству, что вот є в мене конфлікт, що я зараз не в системі. А в чем конфлікт? Ну от тоді є проблемний, не хочу пред'являти законну вимогу. Это полицейский проблемный. Я вам говорю, что проблема, поясните. Хотите? Пожалуйста. Вам, камеру возьми. Вот. Не надо, телефон не надо. Встань там со стороны. Пожалуйста, ребят. Хотите доставить в один? Либо силы, либо через постой протокол. Как хотите? Лизон. Секунду. Он же патрульное предъявление. Доказ. Реально. Лизон. У меня с вами фу. Я вам сейчас говорю, что за дуру могу все объяснить. Слушайте, так и я не буду Это мое право, согласитесь. Это мое право. Я разумею ваше право. А ваше право, ваша обязанность действует по процедуре. Ну так мы деем, нам сидеть по процедуре. Хотите, я не против, задержите в рамках закона. Вы кажете, мы вас не зупиняли. Без возы мы до вас сразу же подъехали. Хорошо, я вам говорю, располагайте фактически. Я сейчас подчеркиваю, прикомандировавшим фактическими данными, что я управлял автомобилем. Управление подъехало в момент... Где я находился? А вот вы выходите за водительского места. Выходим? Часа 10? Не выходим. А давайте теперь точно. Вот у меня просто на камере есть фактические данные, поэтому я вас спрашиваю. У вас есть фактические данные? Давайте оценим все доказы. Ваши давайте, доказы. Но это будем делать исключительно в рамках админдела, которое надо рассматривать по закону. По закону. Для того, чтобы вы рассматривали по закону, для этого должны быть фактические данные сначала у вас, а не у меня. Вот есть фактические данные, ваши же познакомились. Давайте так, ребят, честно, у меня нет времени на бесплатную консультацию. Или вы действуете, или я делаю то, что я считаю нужным в рамках закона. Выбирайте. Мы же в рамках закона вас підписали, попитали ваші документи. Я вам все объяснил. Давайте попробуем. Документи вас попросили тому, що ви підозрюєтесь. Тільки підозрюєтесь правопорушення. Я жену отпускаю, мне правда, они с вами остаются, и вы дальше там начинаете там рассказывать. Я не знаю. Так давайте хотите? Так, вы просто предъявите документы. Нет, этого не случится. Инспектора розглянуть справу про адмінправопорушення, процедуру розгляду справи здійснюють. И на цьому все. Я же объяснил, почему нет. Принципиально нет. Я хочу, чтобы вы научились действовать с подобными вопросами. Мы закон. А что, Алла Борисовна, что вас, все вас в этом веселит? Разве это плохо? Это бесплатный тренинг для вас. Бесплатный, обратите внимание. Я вам поясню. Алла Борисовна, вы мне собрали лицо, я с вами не хочу быть. Я вам объясню, почему. Я зрозуміла неправильно инспектора, але я вам не брехала. Давайте начнем с этого. Так вы не брехали, он не брехал, а потом ты получила что? Я навіть, пробачьте, не знаю, где вас вертаться. Не надо, водитель меня зовут. Все добре. Вы сейчас находитесь в рамках. Вы сейчас находитесь в рамках рассмотрения административного дела, правильно? Мы сейчас не можем распочатать розгляд справы. Хорошо, давайте так. Особу. В рамках чего мы сейчас с вами общаемся? Приватная беседа у нас? Нет, ну что приватная? Нам для того, чтобы распечатать розгляд справы, потребно установить вашу особу. Для того, чтобы установить, надо подтвердить законность своих действий. В данном случае я конкретно не вижу законности. А мне закон говорит мне, Украина, что я обязан неукоснительно выполнять распоряжение полиции, но только на законных основаниях. Я закон не вижу, следовательно, выполнять не обязан. Хорошо, это ваша субъективная думка. Вы пожалуйста, все, на этом остановимся. Если это субъективное, на этом стоп. И дальше вы действуете по закону, как я вам сказал. И дальше мы с вами вообще не общаемся. То есть это я... земной? Нет, с вами, с полицейским. То есть, все, я сейчас вот даже при свидетелях высказался. Вы это уже не слушали. И дальше за вами задача. Ви відмовляєтесь пред'являти документи на транспортний засіб та посвідчення водія відповідної категорії. Правильно ви зрозуміли? Неправильно. А як правильно, я вам об'яснив далі.
Так вам пред'явили докази фактично відеоорганізацію порушення правил дорожнього руху. Чого? Чого? Я вам ще раз объясню. Фактичні дані розполагаєте, що я управляв даним автомобілем. Так від'їхав потім сразу за вами. Я стояв возле автомобіля. Тобто, наразі я стояли. Визуальне спостереження патрульного – це не має ніякого значення. Какое? А какое? А що в таких пор воно стало значення? Воно завжди має значення. Так, патруль... давайте, хорошо, давайте тоді. Патрульний по своїй суті, він зобов'язаний, так, методом особистого спостереження виявляти та припиняти правопорушення, злочини і так далі, правильно? Ну, допустим, ну що, я не можу зрозуміти. Допустим, чи правильно? Я не можу зрозуміти, це в суд це прийде? Или вы сейчас мне это как фактические данные? Вы мне должны предоставить фактические данные. То, что видел инспектор, не является... Есть фактические данные. Я управлял автомобилем. Я управлял. На что там? На видно, что... Вы же реально хотите всему полицейской полиции мне показать? Старшего полиции, командир батальона патрульной полиции миссии Борисполь, город Умед. Что у вас трапилось? Ничего. Ничего? Что у вас трапилось? Вы реально решили собрать все? Ладно, мне правда надоело это. На, ты можешь ехать реально, а я с ними останусь, потому что это долго будет. В интернете, в ютубе можно назвать, если хочешь. Некоторые любят, когда их называют мой господин, да? Саша, що мені робити? Телефон, да? Телефон я візьму свій. Тебе командир батальйону патрульної поліції, управління патрульної поліції в Київській області, лейтенант поліції Артемій Дмитро Юрійович, склав протокол про те, що громадянин Радів Олександр Олександрович, 3.10.83 року народження, звернувся на неповідоме місце проживання. Місце Запоріжжя, вулиця Маршала Чуйкова, 18А, квартира 57, зареєстрований за тією ж адресою.